Марина очень скромно сегодня себя преподносит, стесняется, я за нее все скажу. Арина на самом деле в городе Ярославле сделала маленькую революцию. Когда-то, 2,5-3 года назад, она решила, что в нашем регионе не хватает проектов, которые открыто показывают особенных людей, особенных детей, и начала делать спектакли с медийными лицами нашего города, где на одной сцене, в разных обычно сказках, участвуют особенные ребята и випы города Ярославля. С первого спектакля, конечно же, был успех, и этот проект рос. И вот сегодня мы имеем то, что из спектаклей, то есть из проектной деятельности родился уже полноценный благотворительный фонд, который дальше пойдет по жизни, я уверена, абсолютно четко понимая свои цели, понимая свои задачи и решая их с помощью всех тех Андрюшиных друзей, которые уже сегодня здесь собрались, которые нас в соцсетях сейчас лайкают и которые, безусловно, будут к нам присоединяться в дальнейшем. Основная цель фонда, опять же, Арина постеснялась об этом сказать, я скажу. Основная цель фонда – это, первое, поддержка особенных семей, и второе – это профессионализация особенных детей. Не секрет, что сейчас есть некоторые трудности у нас в стране с этим, и я, в том числе, как председатель Российского союза молодых предпринимателей, с удовольствием включилась в эту работу, понимая, что наши предприниматели готовы работать с особенными детьми и с особенными людьми в том числе, для того, чтобы монетизировать их таланты. Вы знаете, как они талантливы? Каждый по-своему, но у каждого есть то, за счет чего он может абсолютно четко социализироваться в нашем обществе и зарабатывать деньги. Мы будем этому учить, мы будем в этом помогать, и это, наверное, для меня это то, для чего я здесь.